Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу соорудить органайзер для хранения пакетов вот из этой баночки. Ну, наверное, вам знакомо всегда вот такое вот состояние этих пакетов. Или мы складываем все в один пакет, или забиваем какой-нибудь шкаф. Шкаф открываешь, они начинают выпадать. Ты начинаешь там рыться, вытаскивать какие-то пакеты. И это все, меня это тоже достало. И вот я решила сделать органайзер. Что я буду делать? Вот такая баночка пластиковая, она тоненькая, из-под каких-то тут сладостей. Шоколадный крем, по-моему, или что это было. Ну, неважно. Вот здесь проделаю отверстие, и свои пакеты буду складывать следующим образом. Сейчас вам покажу. Но для начала мы сначала подготовим банку. Для начала я сделаю крест-накрест отверстие вот этим канцелярским ножом. И попробую сначала так, как будут вытаскиваться эти пакеты. Но уже если плохо, тогда проделаем какое-нибудь отверстие. Для начала делаем крест-накрест посередине банки. Отверстие, конечно, я сделала, вот не отверстие, а прорези. Но что-то нож соскочил и получилось криво. Ну ладно, пусть пока остается так. Так, сначала сложила пополам. Затем я немножечко пригибаю вот этот вот край с ручками. Вот. И теперь начинаю закручивать. Ручки выставила в стороночку. И начинаю закручивать вот таким образом маленькую колбасочку. Поплотнее, поплотнее. Ну, извините уж за корявость, потому что снимаю одной рукой, а другой пытаюсь что-то соорудить. Виножика всегда с собой нету. А, нет, ну мы должны оставить же место для следующего пакета. Сейчас подложим сюда следующий пакет. Вот следующий пакет я сложила таким же образом. Подложила вот сюда. И также продолжаю вместе теперь уже с этим пакетом скручивать колбаску. Вот. Пакет скрутили, третий пакет. Как вы заметили, пакеты я скручиваю все разные. Вот этот вот последний, третий, как бы он потоньше. Эти побольше. Ну, так вот крутим колбасочку. Можно большие пакеты сюда же использовать. Вот. Можно пакеты, у которых ну вот цветные нету ручки. Сейчас мы тоже сюда прикрутим еще один. Последний пакет вообще вот с такими ручками. Или можно с прорезями пакеты. Вот. Но я так все-таки предполагаю, будет неудобно, если вам нужен большой пакет, допустим, а будут вылезать маленькие. Надо все-таки делать какую-то сортировку на пакеты. Но это у меня как бы пробный вариант. Тут для работы здесь, даже не дома. Сейчас посмотрим еще, как это все будет действовать. Получится или не получится. Заворачиваю последний пакет. Я сделала, по-моему, 8 или 9 пакетов. Но это как бы пробный вариант. Теперь ставим в банку. И через крышку продергиваем вот эти ручки. Посмотрим, что получилось. Сделаем проверочку. Ну что ж. Пакеты я сложила, ручки я продернула через вот эти вот держатели такие, которые более плотно держат. Ну, не знаю, сейчас они пакеты мне не порвут. Посмотрим. Ну, давайте проверим, как они вылазят. Блин, так одной рукой неудобно. Ай, плотно, подождите-ка, проверим. Проверку сделала, они вылезают, но очень-очень туго. Видите, вот эти вот держатели очень туго держат. Надо немножко, наверное, срезать их и закруглить. Так мы, наверное, сейчас и сделаем. Сделала дырочку. Правда, опять кривовастенькую. В форме квадратика. Попробуем дальше. Так гораздо удобнее. Но хуже всех вылезал вот этот вот последний, потому что он самый плотный. Вот. И что я поняла? Все-таки дырку надо делать не квадратную, никакую, не прорези. А делать нужно круглую дырочку. Вот это вот к этому выводу я пришла. Сейчас постараюсь сделать круглую дырочку и проверить еще раз. Значит, дырочку я вырезала более-менее по кругу. Хотя у меня вот эти прорези, они уже теперь всегда будут как бы немножко мешать. Значит, мой совет, значит, делайте сразу круглую дырочку. Вот. Ну, банка это такая, можно, конечно, было и этикетки убрать, и ценники, и все такое. Но это как бы мой экспериментальный вариант. Делала это я на работе, чтобы здесь мои пакеты не валялись. И просто вытягиваешь и придерживаешь. Теперь они уже выходят хорошо. Пакеты, как я вам сказала, можно любые.
большие и маленькие. Но опять же, такой совет. Лучше пакеты сортировать. Если вы пользуетесь постоянно, допустим, маленькими, то их делайте в одну баночку. А большие в другую. Например, там, чтобы потом мусор вывозить, выносить или еще что-то. Вот на этом вот и все. Если вам понравилось, полезно, если было видео это, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Ну и до новых встреч с какими-нибудь новыми идеями, с новыми работами. Пока-пока!